Сейчас мы находимся в цехе по подготовке, покраске и в то же время упаковочном цехе. Этот цех рассчитан у нас на изготовление до 1200 кранов в смену. Значит, в этом цехе находится участок по дробеструйке, зачистке, подготовке к покраске, а также участок по покраске и упаковке этого крана. Значит, как я уже сказал, мы можем в этом цехе до 1200 кранов ежедневно подготовлять, упаковывать и отправлять потребителям. На этом участке работает до 20 человек, которые непосредственно заняты на этом производстве. Продукция высококачественная, которая подлежит реализации. Покраска данной продукции происходит в красильных камерах, поливизатором, пока что вручную. После покраски идет она на упаковку. Упаковка идет как в контейнерах, так и в поддонах. Упаковывается, ставятся паспорта, комплектуется паспортами, ручками. Ну, это в комплекте, пакуется и отправляется на склады. Вот сегодня мы упаковываем 80-31 кран, упаковываем 80-33, 50-31, 15-32, 39, 38, 37 краны. Всех в общей сложности сегодня будет изготовлено и упаковано до 1200 штук.